лагерь подвергся порче фулбаргов, не знаю где-то. Поймать надо какого-то этого медведя, кстати. У нас есть клетка, надо поймать какого-то зараженного медведя и привести его в лагерь, понял? Угу. Еще кого-то тут ловить. А, это рыбалка ловить. Рыбалку сделаем. Ой, я даже не знаю, мы сможем там что-нибудь ловить вообще, потому что она как бы локация не самая простая. Давай попробуем. Если можно, это вообще прекрасно. Останемся тут, будем рыбачить. Пока сюда не прилетит смертокрыл. Че ты спойлишь? Я не готов. Так, ладно, хотя бы вот так вот. Вот два рыбалки намного метели есть. Вот два может вывести чудовище, которое ты сожжёшь. Рыбка ваша ушла. Он еще раз попробует. А не, а я поймал. Кстати, там ты не покупал блески? Не, ты покупал блески? Я покупал. Скотина. Сейчас зачем они? Не, у меня без блесток никак. 10 минут придется рыбачить. А ты одну только взял? Да блеску. Она может не помочь. Не, ну а как, ты ловишь, а я нет? Мне тоже только что ушла. Не, так это одна, а у меня вот две подряд. Сейчас посмотрю третий раз. Я первый поймал без блёстки. Ну, я что-то поймал. Знаешь, 6 штук можно словить. Дальше я все равно её качать не буду. Пока. Я потом я прокачаю на фул. На 800. Не, я помню, что я даже на цирке ни хрена не мог пока. Как-то собирался такой все в рыбачу, паладином рыбачу. И побеждает где-то через 30-40 рыбалки. Нифига не ловится. Ну я одну только поймал, дальше ни хрена не ловится пока. Ты сказал, что рыбалка это легко вообще. Не, надо было посовдогнать ничего. Я знаю, так там же до 50 надо было рыбачить. Нужно охренеть. Да, лопало, ты уходить. Вот оно, вот оно. Черт, это не та рыба. Охренеть. Да как это говно попало. Зато так хардкорнее качать рыбалку. Та-да. Черт. Блин, я только одну поймал с 10-го раза. Там наверху какой-то костик напечатали. Видишь? Что? Квестик на причале. Сейчас пойдем возьмем. Угу. Блин, я был в Дарнасе, не выучил блин, владение оружием всяким. Там и луки у меня тоже. Хочу лук. Блин! Ладно, придется присесть. Как присесть? Все, нет. А сидя тоже можно ловить? Да. А лежа? Блин, у меня вообще никаких шансов. Дай мне одну блесну. Так. Как тут? Не спугни. О, три есть. Подожди, это тут блесна. Лучше в том разбить. Блесна.
цена. У тебя 200 тысяч баксов, потому что она дорогущая до ужаса. Я в этом в кредит. А на шею, на удочку наложу или что? Да. Блин, сид, как пишется сид? Сид. Нет. Сид. Раньше X было сид. А, кнопка именно. Да. У меня уже X это спринт. Мне даже Е не назначено. Знаешь, почему я Е не назначено? У тебя была форма ворона? Или это пантерка? Пантерка была. Форма ворона это F. И у меня на этом было три мышки. Ой, на мышке три кнопки. И получается, средняя у меня, по-моему, была... А, средняя у меня была рывок. Там... Вперед и назад у меня кнопки. Вперед это пантерка, а назад мишка. Когда там у тебя все вообще? Блин. Ну лыжня рыбы, да? Ты там тащился, говорил, что. Ты лучший рубак по эту сторону, блин. Большого моря вот этого. Деньги. Да ёпть, я еще не... Сидя нельзя рыбачить, блин. Что за бред вообще? Раньше возле костра можно было сидя сесть и рыбачить. Я еще только одну поймал до сих пор, если тебе интересно. Не, у меня уже 4. Отлично, поможешь. Что за ебать? Нет. Да. А в эльстелсе можно рыбачить? Сейчас попробуем. Yeah. Да вы издеваетесь, вообще ни хрена нету. Может мне какой-то тут рога сумасшедший, который задолбался рыбачить и решил утопиться или вручную рыбу ловить. А потом же сделали квест на личную рыбу. Отлично. Мудренее там. Дается сетка, идешь и ловишь косяков. Что-то там такое было. Да пожалуйста, что тебе эльфы, что ли, плюс 5 к рыбалке, что ли, у них или что? У меня же зачаренная удочка, может мне стать там, где ты? Давай. Может с вот этого бревна, блин, вообще нереально ничего поймать. Только самые крутые рыбаки могут тут ловить. О, отлично. Только, блин, не та. Охренеть. Кстати, рыба крутая вообще. Чем? Ты если ты какой-нибудь пристик. Чем? Ты видел, сколько она еды дает? 61. Да нет. А, 243 вот это, да. Mm-hmm. Да. Больше, чем у меня. Меньше, чем, конечно, у тебя, но больше, чем у меня. У меня есть еще одна вылазь, которая 30 хп за 15 секунд. О, у меня свой реген быстрее. Я, конечно, не уверен. Еще раз, а то я меня перебил этот ном. 30 хп за 15 секунд от меня. Mm-hmm.
Я ненавижу вас, тупых рыбаков. Че не могу украсть твою рыбу, если ткнуть на твой поплавок? Рыбка ушла. Чтобы, блин, разработчик этой профессии, жена нафиг ушла, блин. Вместе с домом и с машиной. Ну, по портовому квестику могут кого-то послать. Сколько там сломал? Три. На. Его. Ну не хочешь, какой сейчас меня? Поздно. О, мне дали нормальную удочку. Пацанскую. Ой, задрот. Еще и левел ап надо. Так, а эту продать херня. Так, только рецепт выучить. Кстати, тут продавались, блин, эти. Ножрюки, блин. Отлично. И раз ты прокол качаешь, не подарю. Отлично. Не, я только что продал. Я не пойду ее в банк ложить просто, я качать ее сейчас не буду, поэтому продам твою рыбу. Как знаешь. Так. Так, а, мы хотели на ту пойти еще, посмотреть, что там за квест. Да, на причал. Угу, 20 уровня, 2 ранга, чувак. Я буду 20 уровня, я буду 1 ранга. Нет, первый хуже, чем второй. Да, 3 буду. После окончания битвы знал, что не было, все жители погибли. Нужно уничтожить дух его любимой. Идеально. А что начально? По берегу? Тут найдем. Угу. Медведь. Медведь, я вызываю тебя. Куда ты пошел? Нам вниз вообще. Нам вообще вниз. Не? Я думал найти трупака. Так он вроде написано по квесту внизу, или тот тоже, наверное, прокатит. А, может быть, наверное, и потом на тот пошлет. Ты прав. Их, наверное, тут 2. Сейчас я точно прочитаю. Это не то. На берег, к югу, вот оттуда, видишь, находится в окружении злых мурлоков и жестоких. Кстати, гоу дуэль, медведь против этого. Гоу. Ну ты мне наваляешь, ну гоу. Я не знаю, я же не буду эту хрень кидать. Я буду чисто медведь. Даже спать ему специально, да? Да. Где ж ты говно лазишь? I'm out of range. Need more rage. Зараза, я ж тебя только что видел. Не, она тебя лунным огнем выпаривает. Надо просто постоять на месте и все. Я сам на подду, хули ты бегаешь, блин, я не могу твою спину найти тупую.
Бегай, все равно заебешься. Я постою в АФК. Че, я могу тоже куда-нибудь отбежать за кусты и уйти в стелс. Так ты ж в медведя не можешь уйти в стелс, правильно? Мне нужна твоя спина. Спина. Ай, боже, не томи, слушай, ты либо ну что тебе в лоб на тебя нападу или что? Ты серьезно? Ну стань просто и все. Бесишь. Сейчас иду, я уже за твоей спиной. Ух! Чё ты стрелял? Не, ну так получается, я тебя не убью, мне надо выходить из формы, чтобы тебя убивать. Ладно, я что-нибудь другое сделаю. Просто ты пока дойдешь, у меня реген уже закончился. I'm out of range. It is too far away. Пробью медведя. Давай, медведь. Я тебя в жопу тупой медведь. Черт, промазал, блин, еще и, блин. Фарми! No! Please no! Я добрый, я свой, Кен! Ты что, меня не узнаешь? Очнись! Не знаю, ты красный. Блин. Наконец-то, блин. Черт. Хера, блин, ты разнес меня там. Блин! Первый ударил, да? Ну это. Это пинг. Не факт, что ты убился сам. Хотя не, наверное, не сам. А, ну мог бы и сам, конечно. Ну, хотя бы по тактике, скажем так. Не тупо, блин. Ну, в лоб я тебя вообще никак бы не убил. Не, ну понятно, но просто очень интересно дуэлиться, когда ты просто в стелсе сидишь. Не, я понял. Ну я же не стал, ну и, вот и не какой-то трупак. Да? Ну, либо даже кто-то Марлоков убивал. Бля, он пропал, ты представляешь? Что, серьезно? Да. Вот новый появился. А, все. Быстро же их тут убивает, да? Жестокие воды. Угу. А ну сейчас там наверху еще химка. Пойду сдам. Потому что ты, по-моему, на один левел выше. Она особенно тебе не проходит, кстати. Угу. Правда, я не пробовал тебя обокрасть. Что интересно. А я тебе PvP можно крать. Тоже не думаю. Иначе бы я только так кидал бы PvP, воровал бы, меня бы убивали. Я бы такой, ну блин, да, ты сильный. Тут кидал бы еще. Все, химию пособираю тут. Теперь говорят другого пойти. А где ты его сдавал? Вот где. Это было. Все бегу сдавать. Как он называется, интересно. Не ветрокрыло. Гипогрипп, наверное. Хотя я уже привык к ветрокрылу. Что самое дебильное ветрокрыло, это орки. Ты паришься.
Тут еще два квеста есть. В центре. А ты 12 не апнул, че? Апнул. Поэтому я беру квесты. Ты хоть бафнул там? Че, это не бафнул даже, что ли? Бафнул. А, вижу, да. Дадут легкий пояс на 2 интеллекта. За вторую душу. Опять же, так ничего не остается, кроме как затраты энергии и ярости. Не, ну это тоже классная штука. Дело в том, что мне явно вообще не хватает ярости. Ну да. Да ладно, что, рядовой что ли? Получается, когда от тебя бегаешь, знаешь еще где? В храме квестик. В каком? Ну тут где я стою. 3 квестика я взялся. Не понял. Не вижу ни одного квеста. Да. Ну тут нема квеста? Может он на рогу? Хрен его знает. Кукинг. А, понятно. Ну ладно. Опять придется тебя понять. Что ты там рассказывал? Не, ну ты же понимаешь, если бы я с тобой честно дуэл велся, то я бы кидал от тебя лунный огонь. Я знаю, да я ж не старался уйти в стелс потом. Это я не против лунного огня в ПВП. Ну, мне кажется, ты мог меня им убить. Наверное. Мог бы задолбать очень сильно, по крайней мере. Тут хороший рецептик, кстати, за этот квест, за кулинарку. Ну, мне все равно неловкость. А что он? Страйдер. Такой страйдер. Волчий всадник. Или страу. Я говорил, что когда ты бегаешь за мной, у тебя ярости не хватает вообще, я так понял. Тут мне вообще не хватает ярости, что бы я ни делал. Вообще там, по-моему, а я хотя не знаю, не увидел. Алхимка! Насрать на все. Котик, спокойно. Ты никого не видишь. Это, по талантам я же тебе рассказывал, что мне не будет мгновенных отхилов. Угу. Бред, да? Ну тут другая система, тут какая-то скорость каста бешеная. Не, она же потом будет меняться с каждым левелом, скорость каста ниже, ниже и ниже. Даже так? Интересно. Да. Кстати, надо силу сожрать. Не надо хавку, наверное, жрать. Подожди, я точно сожру. Я не хочу, чтобы она заставилась, потому что потом... Мы все равно в инсты не пойдем. Какая разница? Пусть сейчас будет реген, пусть сейчас будет вся херня. И... баб. Мы просто порвем этих мурлоков, они походу маги. Нам хана. Надеюсь, они не хилы. На всякий случай сейчас побью автоатакой их. Мужика собью. Не похоже, чтобы он хотел что-то кастовать. А не, что-то кастует. Ну слышишь, походу нам всех и не надо. Подожди, а чё я не могу? Сарался. Странно. А я, кстати, квест не читал. Может и не это. Там еще есть одна туша. Дальше. Здесь дальше или с той стороны дальше? С той стороны дальше. Сейчас почитаю. А ну стой. Так, у меня вот я. Меч?
Да надо, блин, не умеем пользоваться. Давай. Так. Еще несколько лежат на побережье и даже в воде. Я хочу, чтобы ты осмотрел еще одно существо, которое мы знаем. Оно по сообщению находится в воде прямо на западе. От Outer Kirtride. Оно прямо в воде находится, и оно находится прямо на... Зря бежали, да? Да. И хавали хавку там. Готовились как боги. Как предрагнорозы. Мы убили розом. Двух марлоков. В следующий раз, когда мы сюда придем, они такие, опа, че, они нас покажут так фармили жестко, пива. О, бочка с водой. Редкость. Вот такая тактика, наверное, неплоха будет против Вара или Паладина. Вот повезло, тут одно молоко, одна штучка. Ну все, теперь ты как бы намного можешь себя чувствовать с я маной. Я в следующий раз не... ману забить. Только Вару надо кинжалы периодически кидать в голову, чтобы он не чарджился. С расстояния. Пока у него нема в бою. Видишь, косяк. Хочешь выловить из него что-нибудь классное? Yeah. Чё? Потом вот выловлю здесь все просто. Тебе надо тогда какой-то рыболовецкий корабль, как в Архейнже. У меня в Архейнже не было рыболовецкого корабля. А жаль, да? А он классный. Ты бы охренел там через полчаса. Не, он классный там. Если на нем плавать, и такого у меня рыболовецкий корабль. Ставлю тут одну рыбку, тут одну рыбку. Ну там локатор есть. Крупную рыбу находить можно. Вот. Не, ну это увлекательнее, конечно, да, чем... О, не, это не то. Это тупая хрень. Блин, не вижу никаких трупов морских животных, к сожалению, пока. Может он за портом, конечно. С другой стороны посмотришь? Ну да, если немножко расширить обзор, то... Если ты еще банки на дыхание под водой... Если ты мне еще, блин, флешмод сделал, который тебе лень добывать... Вообще не лень. Вот хочешь прямо сейчас, не хочешь? Ну иди добывай, я пойду это банки делать на дыхание под водой. Я нашел какой-то панцирь, какой-то черепахи. Это то или нет? Не знаю, сейчас я буду к нему плыть. Потому что у меня нету ни хрена вообще тут. Даже водорослей. А тут есть корабль. Черт, тут чмошники, блин, стоят, ждут что-то. Блин, боюсь, что они того и ждут. А что, он не будет респаться мгновенно, как и тот? Раз они тут стоят, значит, видимо, нет. Ладно, плыву к тебе. Конечно, не уверен, что это то. Блин! Черт. Так что подставил нас обоих. О, я нашел преимущество медведя. Он когда плавает, не задыхается, но видишь все время под водой. Не задыхается? Не, он. Короче, как бы тебе так объяснить. Когда плавает, он видит под водой, если не плаваешь на поверхности. А. Тут что-то респалось, да? Ну, прям там, где я. Ну, собирай пока, жди. Я гляну, что на этом острове.
потому что я должен. Во-первых, тут алхимка растет. Но она не моего левела, к сожалению. 85 надо. Блин. Именно медведь с перископом на спине, по-моему. С дыхательной трубкой, короче. А еще тут еще бочка. Хочешь еще молока? А, ее нельзя юзать, сори. Просто бочка. Похожая на эту. Тут еще разрушенный домик и горит костер, как будто тут кто-то есть, но он меня боится и прячется. И не зря. Я не могу ездить верхом на медведе. Видишь, мой медведь вообще не задыхается. Хотя голова у него под водой. Ну, типа он дышит как-то вот этими волосками, которые сверху бывают, выныривают. Знаешь, как киты. А что там вот он так делает? Бесит. Может ему ПВП тут кинуть? А ну плыви сюда, друг, плыви. Это будет самый эпичный бой в твоей жизни. Дуэль. Как это отменена? Ты что, секун конченый? Ой, ну что, быстро лес пойти, я смотрю. Что, уже отрез плать? Не. Я просто поживу, вот там панцирь чуть-чуть. Он там с кем-то воюет. С какими-то Shade of Elura. Да, это какая-то нежить эльфийская. Бедные эльфики. Сейчас я. Ну я на всякий случай погуглю. А здесь он я видел. Ну ладно. Просто читай пока, наверное, другие квесты. Ладно. Кулинарку пока не смотрю. Блин, даже не написано где. Найдите лагерь Darkshore. Подожди, Darkshore, может это что-то такое? Даже не знаю, что такое этот Darkshore. Ладно, пока его погуглю. Халбегатрит. О, появилось. Видишь, какой-то вид? Да. Привет. Собрал? Сейчас собираю. Да. Угу. Ну он долго респится сразу. Угу. Ну это где-то внизу. Ну, чуть ниже. Привет, конкурент. Кстати, обрати внимание, у него чуть три банки. На силу, на броню, чё? И на регенерацию хп. Вот сука, да? Вот это нормальный алхимик, да?
Я не знал даже, что так можно. Смотри, только он тебя подловит, не протыкай. Угу. Так, буря непонятно. Поймай живого проклятого медведя. Можешь сходить поймать. Большой красный кристалл. Восточный, блин. Я же где-то находил этот большой красный кристалл. Фига, знаешь, как просто нас... зеленый вообще, только что нашел зеленого вара полностью. Ни хрена себе он задрот. Ой, это кузнец. Странно, не пойму, от чего у него зеленые. У него только штаны зеленые. Может, он какой-то трансмутом занимается? А что, а как ты понял, что он зеленый? Не, он выглядит как зеленый. И тело, и все, хотя тело у него, ну, не зеленое, ну, то есть без татов. Блин, я даже не знаю, как обойти этого друида с тремя банками. У него еще баф паладина, блин. Охренеть, блин. И как ты его перекастуешь? Да его вообще никак не победить. What brings you here? Расплывай. Так, нам надо. Мужик дольше всего продержится под водой. Давай, кто из нас больше мужик, тупой друид? Давай, давай. Давай, давай. Я никуда не спешу. Давай, давай, давай. Секунд. Слышишь? Ну смотри, я тут нашел магазин. Переведи, как переводится. Ну. Парфумы. Парфумы. Интересно, что он дает, если купить? Вроде стоит фигня. А что, что там такое вообще? Ну там, где напитки продаются, с этой фигня продаются этой фигней. Просто интересно. Какой-то он философ, что ли? И вот, говорит, мы сейчас здесь, посреди ничего, говорит такой. Это кто говорит? Рога? Друид. Mm. Философ, такой философ. На инглише? Да. Спасибо, ты ж ебанулся, дебил. Чё ты... И нахуй! Ты ж пьяный, блин. Ухулился. Блин, он рез, блядь, охренеть, блин. Всплывает тупой друид уже. Нету смысла тебя здесь ждать. Ладно, я всплыву. Все равно тебе не хватит каста его собрать. Hello. Ну, я смотрю, ножички по дохрена, что продаются. Да, по 200. Ну, просто сама суть. Блин, одновременно каст начали. Блин, собрал он. Я даже не представляю как. Интересно, что значит соз? Чёртовы друиды, блин. Под фулбафом, блин. Как ты его, блин, перекастуешь, блин, вообще. Может, у меня пинг хреновый.
Ладно. Да, конечно, у него фулл баф, блин. Тебе не было шансов. Может даже не волноваться по этому поводу. Ну да, я как бы и не переживал. Я готовился к такому исходу. Не бы список рецептиков, блин. Но он не тут просто дает, чем ее качать. Ладно. Надо просто смотреть вместе с Пандарейнскими и выбирать, какие существуют, какие нет. Слушай, а не подскажешь, как ловушка выглядит для медведя? Еще раз. А какие ты выглядит? Сейчас. Не знаю, возьмите эту ловушку. Сейчас. Называется, короче, она как кружочек, как блесна твоя выглядит. Понял. Нашел, да? Угу. Где-то приблизительно вот там. Да, он где-то рядом с городом вообще. Я не знаю, я ищу. Ладно. Что мы тут имеем? Блин, раньше на выходе был фильтр, где я мог ввести там ловкость и все, что мне нужно, блин. А тут сейчас не вижу никакого фильтра, блин. Была еда, ловкость, все. Я вводил еда, интеллект. Носливость, дух. Мне просто интересно, техавка на ловкость. Показатель крита на 28. Это что-то не то. 2000 хп не может он быть. Где же этих медведей найти? Где найти? Ужасная болезнь. Уже все страдают. Благородные животные, оружие, бля. Возьми эту ловушку в основном лесу. Любой медведь, который пойдет в него, Мне даже больных медведей искать. Да, там они были вроде внизу. Черт, тут еще вар этот мутацкий, охренеть, блин. Ребята, идите нафиг, че вы тут все стали, блин. Тех кто набирает еще. Да я думаю, что за фигня? У меня, блин, омоложение первое. Ты не вывел новые? Не очень-то. Кстати, на 12 левеле скиллы появились. Надо было на 12 левеле бежать. Вар прикольный, конечно. За счет он такой серьезный парень. Мое. Будем знать, оказывается, это полезно. Можно себе броню, регенерацию и силу, блин, все повысить нафиг. И бегать всех ваншотить.
банок не наберешься. Да, это надо заниматься. Я не буду сейчас таким собирать. Мне даже просто собирать не могу, не то что серьезно. Ты там жив вообще? Почти. Прощай. Ты был мне как брат, которого я ненавидел всю жизнь. Ты выжил? Ничего. У меня было все под 100. Я болел за тебя. Медведя не нашел? Черт. Я еще и темп просрал. Да, он одноразовый. Зараза. Да, дадут, дали прикольную тему. Все, больше не дают ничего. Ну, ладно, один этот пояс. Ладно, хорошо. Как называется квест? А, ты нашел, где они? Давай. Я на первого попавшего завязал, но, блин, к сожалению, безуспешно. Зараженных животных вижу, а только что оленя зараженного вижу. Можно даже звуки медведей на уходе послушать. Ничего не написано, где их искать. Ну, видимо, можно делать что-то другое, и при этом может увидим медведя. Мне надо вначале взять еще раз. Я хочу тут на разыскивается взять квест. Что-то охрененное должно дать просто. Нереально классно. Подожди, выдашь тебе у тебя. Куда? Надо отменить квест. Должна его взять. Так, а вообще у нас по порядку фулборги. Ну давай к фулборгам сбегаем. Тут я чуть подзабыл, где они. Ну, по-моему, они так вдоль левого берега, чуть-чуть дальше от побережья были где-то. Лагерь такой проклятых мудаков. Ну тут могут нас, конечно, звери загрызть, наверное, ближе к пляжу подойти. Звери нормально. А, окей. Звери будем фармить их. Вообще-то есть он зараженный олень, видишь? Ну я же говорю, я олень не видел. Угу. Ну там был именно медведь. Тут же пантерки могут быть дурные. Что-то такое. Труп чей-то. Тут персонажа Мишка. Бедный медведь. От 16-го. Со шкурой написано. А он, наверное, лагерь. Слава богу, они херню подбрасывать. Я нашел. Завершён. Ну, сдавать я не хочу пока. Так, это медведь. Это на восток, в другую сторону. Короче, тут вот в руинах, где мы уже ходили с тобой, там эти банши были, там должна быть какая-то леди. Mm-hmm. Дух. А, зовут его Анайя Давнрунер. Еще с нее надо собрать, надеюсь, не каждому свое. И при этом получишь... Не пойму, что это такое. Health of Hand. А, это во вторую руку.
пуха, типа. На плюс 5 к интеллекта. Как зовут ее? Она, я что-то такое. Я могу ее нагуглить, чтобы мы там через этих не бегали. Через Загровских. Я предполагаю, она где-то там и есть. Не, ну она где-то тут и есть, но помнишь, что ты хрена их по локации. Давай лучше нагуглю. For Love Eternal. На мне напал медведь. Не повезло тебе. Ладно, на русский переведем. Странно, показывает вообще не здесь. Может, я спутал локации? Не, вам... Вот здесь он, ладно. В центре Аметрана в виде призрака в зеленом платье. Спасибо. Можно, пожалуйста, координаты? Пошли кругами. Написано, что после смерти в дом появится через 20 минут. Черт. Сторону кого делаешь, если успею. Йога, беги, нужно спасти, то есть своровать. Все, теперь спасти. Долбали проклинать. Не, это просто банш. Валин Хилбранд. Странно, она какая-то странная банша. Как бы это было не то, что нам надо. Она какая-то отличается. Как она называется? Валенхир. Здесь их миллиард. Да? Ну ладно, ладно. Я могу стелсы побегать, ее поискать. Ну, то есть, просто как бог побегать. Как супер быстрый просто. Я пойду вайпну, ребят. Правильно. Тоже пойду кого-нибудь вайпну. Ого, они там дотами, нормально. Здесь так аккуратненько поубивал медведей. Блин, да вы задолбали давать мне говно, блин. Дайте нормальную кожу. Нормальную. Блин, к сожалению, наверное, здесь нет сейчас на данном этапе. Ее может не быть, потому что я что-то убил. Помни. Ладно, ухожу я отсюда. Ладно, а что у нас еще есть? Я знаю. Отвезли, до которой требуются такие рыбы, а здесь они только одной единственной пещере. Эта пещера лежит за водопарном Киспин Фолс, восточнее немного севернее в горах. У нас наверх остальные квесты. Наверх, в смысле, туда от, вот. От лагеря, да. Ну пошли. Пошли.
Фулл Парго мы, кстати, сдадим, наверняка туда еще раз пошлют что-нибудь делать. Да, я помню, на Фулл Парго ходил еще. Я думал, ты сейчас скажешь на каком-нибудь на хардкорном БЦ, а вот тогда было сложно, бла-бла-бла. Ну, на БЦ и проходил. Ну чё, что сейчас просто адски сложно, адски. Конечно, шмот уже, по-моему, на 18 был, да? Тут самый первый. Да, 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 да. Откуда я помню? Мы с тобой покупали на этом, на ЛК, вот этой фигни. Может, тут вообще нет БГшного шмота? А зачем тут честь? Item sets. EVP set. Druid. Шестидесятый. Так не. Сеты. О, вот. Что там первый у нас? У нас там альтерак, да? Какой альтерак? Варсул. Ну, какой-то новый квест. А, Вансон, да. Значит... На Фулл Парго дали на убийство. А еще есть... А еще появилось тут два квеста. Блин, тут еще с кем-то поговорить. Очень странно, но... 58-й, 58-й, сейчас еще помотаю. 58-й, 60-й. Шлихи его даже, не знаю. Не, ну это ж не сеты. Peace be with you. Да, какой-то еще квест. Там красный квест наверх один. Очень красный. Я боюсь, там еще и в пещере. Он там на этих, на квест шагов, походу. Да ну в жопу их. Там в пещеру нас куда-то посылают, собрать какие-то грибы. Ближайшая пещера выше. За водопадом? Перед водопадом. Ну есть еще за водопадом. А что? Может лучше Фулл Парго пошли сделаем. Пошли в Фулл Парго. Я просто, я хочу хоть как-то, хоть по очереди эти квесты делать, то есть. Понимаешь, что это не очень. Не, ну как хочешь, так и делай, я за тобой побегу. Эти 8, ты же показал свое умение выслеживать врагов, молодец. Поймай живого медведя. Где там дружка? Красный кристалл-то наверху. Видите? Блин. Ваубердин. Слышь, у меня такое ощущение, что он сейчас ведет. Подожди, у нас вообще-то надо с кем-то поговорить, это Ваубердине еще. Сандрис Винтервивер. Это он нам дал квест. Бухтуры. Наверху.
скин. Будем не здесь. Что ты хочешь, псих? А, вот тут в храме. Мне почта пришла. Не пришла никакая почта? Да, пихи, но мне могут аддоны ее перекрывать. Еще потом квест наверх послали. Ладно, пошли футбол, все-таки сделали. Иди меня просто вниз. Сейчас выдадим. Так, где там были ниже они еще? Шаг. Блин, тут уже фармят. Не друг другого фармят. Не, показалось. Он задереснулся. Да пошел ты. Ну в косты. Ну так. Слава богу, просто убивать. Такой серьезный ровно 42-й. Могу дальше. Угу. Они там стоят, мы можем тут стоять, ждать рез по этих мудаков и все. Тем более тут где-то алхимка. А, да, мне какое-то письмо пришло. Это может быть просто какой-то квестик. Я же приду. Кстати, труп. Что-то со шкурой медведь, походу. Блин, у нас крыся одна. Иду за шкурой. Он там как водить. Угу. Это ж кстати, тоже это как... зараженный. Да? Угу. Да. И еще один зараженный. Да? Только мертвый тоже, опять же, таким. Это говно, блин, ходит, их убивает. Орда, мне кажется. Фулбар. Еще зараженный. Ой-ой-ой. Это босс, что ли? Блин, это босс, походу. Надеюсь, нам его не надо. Хана, он там уничтожил просто меня. Что это такое? Часть квеста. А, пустая бутылка на эту фигню. Так, давай, ловушечка, давай.
Да как так? Не прошла, что ли? Он на ней стоит. Ну, вообще там пишут, что она может не с первого раза. Некоторые писали, что у меня вообще никогда не срабатывает, вы мудаки конченые. Ненавижу вас всех. Горите всем в аду. Может, это рарник, который меня убил. Там не сдохни сам. Вроде пока все под контролем. Нет? Баночки есть. Я понял, все рассчитано просто до миллиметра, очень точно. Если тут встану, тут мамба, блин. Черт, и ловушка пропала. Где ты там? А, тут никого? Он стоит, чмошник. 16-й левел. Не можем меня обычный моб так вот убить? Написано на нем рары. Черт, надо убивать как-то. Че, я хавку сажу, не бафни меня, сзади мол преснулся. Бля, хавку не дошарал. Дело в том, что она мне 10-минутный баф подрессирует. Блин, двое на мне. Трое, блин, что ли? Да вы задолбали тут респаться, блин. То нема никого, блин, тут, блин, рара не появился, пошло. Да сдохни. Пошли, обижим. Поем. Бафня. Ну а как? Тебе нужно его как-то агрить и бегать, я не знаю даже. Может, корнями попадешь, постреляешь по нему чуть-чуть. Ну, там уже кто-то пошел к нему, что ли. Или это не к нему? Это не где? К нему. А где он? Он что-то ушел куда-то или убили? Он, дело в том, что как-то, как бы не встрелся. Черт, они его убили. Да, лежит труп. Вот, блин, мудаки. 14, ладно. 12, а как так? Мобол. А еще, блин, фаруйте у нас мобол, идите в жопу. Кого еще стырить? Еще одного могу стырить. Черт, не могу. Блин, как включить-то врагами отображение хп? В. А, просто В. Черт, у меня же там кнопка. Понятно, надо переназначать. Так, вот. Ну, дальше. Мишку не? Закончилась мама. Понятно. Давай, регните концентрацию. Ну.
кого-то 5 из 5. Остались Black Wolf, пан на П как-то второе слово. Это не те. Понятно. И это не тот. Тупой рарник, блин. Тупой респ мобов, который нас задержал. А ну может тут еще мишки есть проклятые? А ну до хера. Да? Пойду затестю. Кстати, валяются убитых, их трындец тут. Раз, два, три, четыре. Сейчас я собираю. Пять, шесть. Да блин, дайте медведя. Ну, ты проклятый? Походу, да. Так, двоечку и ловушку. А я поймал. А ты подошел и ловушку поднял и поймал? Нет, я на него скастовал ее. Странно, я на него скастовал, она появилась возле меня. Хрен его. Ну, дело в том, что мне надо его сейчас относить по-любому. А ты возле него стоял, когда кастовал? Да. Он меня даже пару раз ударил. Блин. Так надо было делать. Я просто далеко стоял. Пошли возьмешь другую, то что мне надо этого отнести. А, ты шкуру? Тут до хера шкуру, да. Халява лучше, чем что делать. Так. Даже хоть профа качается от этих неудач. Чёрт, у меня алхимия вырубилась. После смерти. Трарники, блин. Меня убил, блин. Такой без задней мысли, блин. Вижу подсвеченных хантов мобов на миникарте. Да я вижу тоже. Такой даватель ассиста. Ну, который, конечно, никто брать не будет, но все равно. В теории. Теперь он хочет, чтобы мы такие 20 штук убили. Но у меня свой личный медведь остался. Да? Так что го дуэль? Окей, я его убью, блин. Окей. Я тебя уничтожу вообще с медведем легко. Правда, у меня зараза будет по лиде остался. Медведь, ты можешь плызуть из стелс? Подожду тебя тут. Блин, пропал. Черт, все, я не хочу так. Через 16-го ханта я убью дуэльно. Ах ты же секун! Понятно. Я не увидел какой-то вэр. Я очканул.
Это срога, это по-любому в мели драться. Ну как бы он может замедлить просто, он что-то тупил, меня только один раз замедлил. Может там откат, как всегда, 5 минут. Да не, не уверен. Ладно, сейчас. Убежал, да? Так, у нас по порядку получается сейчас этот квест, потом... Понятно. Север. А, еще можно убить сейчас этих 20 медведей. И глянуть духа. Да по дороге глянуть духа, кстати. Глянь. Если что, кот с него и бегает. Если он там в толпе мобов, то долго я не побегаю. То... Его, ладно, сделаем этот. Если там есть фулборги. А они там есть. Сейчас я потом мишку захочу. Это не нужен. Так он. Его тогда надо сразу относить. Ну вот весу, блин. Ладно, все хорошо. Не трогаю фулборга. Отстань. Как интересно, у него ХП. А что там, на время относить, что ли? Это не на время, просто его ж убьют и нового ж захватывать. Я не знаю, сколько у него ХП. Да идите в жопу, блин, тупые медведи, блин. Чего нет, не отстали. Стой. Ладно. Хилю, да? Давай убьем, он шкур. Нам этого? Шкура. Слышь, стой тогда. Скрафтил, да? Угу. Спасибо. Смотри, как круто. Два медведя. Медведь большой, медведь маленький. Причем ты маленький. Чего это я маленький? Блин, предназначу клавиши. Управление. 95 у меня снятие шкур. Банши, я тебя сюда не звал, все, отстань, еще проклятие на меня навешай, блин. Все работает, да все, на тебе контроль, я убежал. А в Дреноре, короче, в Пандаре даже, здесь в этой локации есть охотницы, которые могут тебя подвести.
к ним обращаешься, они на выходе стоят, говорят, отвези меня туда-то, туда-то. Пристиг, бедняжка, еле выжил. Ладно, под ускорялкой пробегу зеляну. Девятого левела хан сюда приперся. Может его качают. Не, он там сам по капашку дерется. Вар? Нет. Лука. А. Может, у него пэтку тут. Смотри, хум 15-го левела тут. Видимо, пришел сюда квестики делать. Паладинчик. Бафнишь лук. Драйкер, блин. Драйкер. Вот, ладно. Прямо. Блин! Не наш. Это ты сагрил? Нет. Нам нужны вот эти. Там, походу, друид попадает, чтобы был просто вообще. Он здесь может умереть. А нам что-то убивать? Ну да. Можешь у нас закрыть его мобов. Это нам не нужен, ты здесь. Блин. Там 4 штучки еще. Пятый переаливаешь, блин. ДПС. Просто надо правильно подбирать статы себе там, все дела. Не нужно. Как капы там. Не сдохнуть еще от него. Давай медведей пока, наверное, побьем. Если они тут есть. Ну они тут есть мертвые, понял. Ну это тоже как плюс вроде как. Лок их фармит. Конечно, смотри, как он крейзи. Он даже дроп не собирает, по-моему. Чего, так он вообще-то спасает? Да, вообще, по-моему. Блин, тут два медведя у меня, спасай. Бей обоих. Второго надо клоснуть. Там, кстати, квестик. Несчастный лок, ты думаешь, это твой тупой гном, ты? Нимбитами, иди в жопу, знаешь, ставил, с тобой не будет. Чё, да давай, пусть убивает нам медведей, чё. Как хочешь. Чё ты дебил уж. Изучите плиты, рассказывающие... Там, наверное, в этом опять там, где банши. Вот зараза. У нас медведя украли. А, ты одного есть? Угу.
еще есть. Я второго приведу. Давай. Лук не может хилить. Он может переагрить тебя поэтому. А дальше было бы еще более хардкорно, чтобы нельзя было собирать шкуры в этом, блин, медведя. А какой, какой в этом прикол? Никакого. Хардкор. А еще при каждом ударе на тебя медведь слетал и пришлось перекастовать его назад, а? Не, раньше что-то подобное было. По поводу, допустим, нельзя было собирать руду в сове. Вороне. Да. Да как, собственно, и в сове нельзя. Ух ты. Тут вообще. А, то фигня какая-то, да, была? Я не видел. У меня ничего эпичного, значит, наверное, фигня. Черт, кот. Похоже на какую-то шкуру было. Не уверен, что это шкура. Не, это не шкура. Это каркас, блин. Он сам убивает своих тигров, блин. Не, ну тоже. Не, ну, смотри, я. Она мне разве по квесту? Нет. Странно, я только что какую-то лапу. Ладно, может быть и надо по квесту. У нас был какой-то квест на тигров. Просто они были на севере, но может они не эти катят. Пошли вернемся на фулборга, глянем, пока тут медведи тушь он лежит. Ой, медведь. Иди на Фулборга, я пойду шкуру с ним. Ну, есть квестовый. Мэй, он на меня кидает броню понижалку, если дать ему скастовать сильнее. Где ты его? Внизу, что ли? Да не, вот я. А, это, блин, я понял. Давай, я мог внизу был просто. Три осталось. Туда пошли ребята, там вряд ли кто-то есть. Хотя они еще не дошли. Ну, кропхом там взорвал, чем дошли. Ну, обратно на неделю. Ничего нету. Хотя один есть. Да, нужный, но его сейчас кто-то коснет. Хан, стой! А он не того. А, того сова. Есть. И дальше один еще. Сейчас я попробую его спулить. Пуль сразу, нет. Один и все.
у нас уже интересно. Скелетиков. Ну, кстати, у нас репутация с донасом прокачалась на один, понял? Продали мне за это еще какую-нибудь шмотку, я был бы вообще им рад вообще. Или сумку на 16. Ну или сумку на 16 вообще. Ну, искать. Или подождем тут одного. Че ты мне не ждать? Ладно. Как я понял, то на видюшке, может, помнишь, рейдовый код. Угу. Я так понял, он канцелит себя в форму, кидает все-таки лунный огонь. А потом опять катает. Скорее всего, да. Так максимум ДПС. Ну, у него же как бы все равно есть окна, когда нету концентрации. Да. Еще один там код. Сука. Блин, он еще. Зажигалка. Беги на следующего. Этого и сразу троих, блин. Тут еще один. Я понял. Смотри. Или там еще есть? А. Ого. Один уж. Не. Один убежал. Он где-то нашло, как будто его. Что-то он медленно фармит. Ну, походу, здесь срабил маленький. Что-то убьют. Я не увидел. Ты вообще воевал. Хороший квест, да? Оп, ок. Собирающий дроп. Ну, он там все сформил. Дроп не собрал, наверное. Хотя, может, это не он. Он куча шкур лежит. Да ладно, так переходим. Да? Ну, во-первых, ты сюда меня спасти. Ну, подускорял. Ты меня напугал. Хотя я уже лок поставил. Ну выкинь шкуры лишние. Точно. Трей, а ты же знаешь. Пойдет. Так. Там еще были он шкуры. Раз, два, три. Угу. Что этими медведя, блин? 103 уже прокачано, похва. Это кожевничество? Снятие шкур. А, так это. Такие хорошо. Не собираешь, я вот смотрю тут. Я не собираю только то, что не могу. 70 надо. Блин. Блок здесь запорол, короче.
Квест, да? За пару волн. Давай отменим и 19 набьем, отменим еще. Да. Я помню, я раньше так тоже путешествовал. Я приблизительно гуглил или знал, где мне какие-то квесты на шмотки. Я бегал к эльфикам, к дренеям, понял, делал там парочку квестиков именно на шмотки, которые я хотел, или просто смотрел, что там дается, не дают. Вот так и сделаем. Кумам пойдем потом. Ты имеешь в виду потом или... Че, прям сейчас хочешь? Ты давай какие-то доделаем квесты. Нет, да мы их не доделаем, нам будет их давать и давать и давать и давать. Я хочу сделать хотя бы желтые. Или хотя бы докачать профуда какому-нибудь мысленного левела, а потом просто сделать забег. Не нужен. Нужен. Блин, не успел его законтролить. Броню он тебя ослабил. Наверное, больше, чем у тебя есть. Черт, давай вот этого убьем и убежим. Понятно. Панка. Я пойду к данному штрафнику есть. Отлично. Рад за тебя. Беги, рога, беги. Мирарника нет. Можно и на 15-м сбегать. Черт, кто там сварился уже? Медведь? Медведь, да. Ну я знаю, что там есть квест на вот этого босса, да, и есть квест на другой стороне ручья, на шмотки. Остальных, правда, не знаю. О, зеленка. Ты собрал, да? Ну там, по-моему, дробяк. Такое не носишь, это, да? Yep. По-моему, жезл. Наставишь своему бристику. Ого, бля, нет, я первый раз ее вижу вообще. Видимо, тут жестко, да, кузнец вообще. Просто охренеть, блин. Давай тут сфоткаемся. Я на видюшку снял, блин. Назову видюшку, вы видели медь. Не, не могу. Пройдем бы кучу алхимии, блин. Тут нам давали квест, что тут разведать или что? Таблички надо было собирать. Вот тут вот, разбросанные. Ну и плюс у нас тут есть дура. Ну, по крайней мере, так и написано. Ну да, я сейчас почитаю. Чуть уже там на кого-то напал. Нет. Изучите плиты, рассказывающие об мотистаранном нападении. На востоке ты найдешь руины Амеса. Ну это на востоке, потому что мы брали квест чуть ниже. Теперь населяют непокоенные духи, которые раньше там были. Ну ладно. Вижу медведи, гоу. Тут, короче, какие-то две плиты должны быть, их надо прочитать. И баф кончился. Видишь, хумы бегают у нас, 15 левел. А что они тут бегают? Собирают, видимо. Потому что их жарят, блин. Орки. Големы, да? Среди золотосемья, блин. Я аж охренел, понял. Бежит дура, блин, череп. И от нее текать. Дебилы на нее нападают, понял, там. Даже чуть-чуть ее снесли. Чуть-чуть вообще еле видно, но все равно. Достижение, понял. Ну она перебила, наверное, человек 80, да, если стоит.
Где эти плиты? Надеюсь, там не каждому свое собрать, а просто прочитать. Но это вряд ли. Может, надо просто до чего-то подбежать. Спуск, блин. Ну, на карте тут, в принципе, обозначено. Даже правее дороги получается, что ли? Странно. Где-то где мы бегаем, тут не видел никаких плит. Да херово. Знать бы какие они, большие, маленькие. Вверх подняться. Ну вроде как большие, там как надгробок, понял? А, да? Блин, тупые моба отстаньте. Вы мне уже не нужны. Тика этого лопает, да и пускай будет. Не исключу. Это, нет, я только нашел здесь друзей. А я скажу координаты, наверное, проще будет. Они очень точные. Сейчас. 43,3, 58,7. Это первое. Yes. Блин, медведь, ты отцепишься вообще сегодня? Слава тебе, Господи. Пятьдесят восемь и семь. Семь, да. Ну, показано, что оно здесь только немножко получается ближе к стене. Ну, к горе. О, странно, у меня там на карте нарисовано с другой стороны. 43,3, 58,7, да? Или там бомба? Там очень много бомб. Три. Хотя бы, хоть приблизительно где оно? Потом отстать и прибежать сюда. Это не надгробок? Нет. Нашел. Где? Где я стою? А, вижу. Ее не каждому свое. Угу. Так, 42,6. 63,1. Это вот туда. Далековато. Скажите мне. Спать. Вторая точно выглядит как надгробок. Ну, по крайней мере, на скрине вот она, походу, да? Да. Блин, отстань. Я завязаю. А, кстати, оно на двоих, да? Да-да. Отлично. А кому сдать? Все, две, что ли? Да. Где-то на дороге она стояла, да? Да, вроде. Лучше. Много шкур уже. Это так. 500 есть? Нет. Не стараешься. Далее.
Так, теперь по сути. Это сдать. Это наверх. Это наверх. Подожди, это... Майк, Майк это не жезл, это... Это, по ходу дела, дробящее. Да, я же говорю, что такое. Ну, духа мы так и не увидели, пока бегает там. Это... Это наверх. Где место есть? Угу. Это я не знаю, что за хрень. Хрень. Я ух, хозяин, фрача по всему, я могу сделать для вас вашему фрачку, который... А, ну, я еще вот эту хрень. Выпала бита. Да ёпер. Водится рядом с вид... Бенд, Ривер. На юге или еще дальше у Ашенваль. Какой-то интересный квест. Ну ладно, давай сдадим эти. А остальные у нас на север. Кроме принцесски. Задачи сложные. Там есть убить какого-то чувака, колдуна, который находится на башне. А чтобы до него найти, дойти, нужно было убить кучу колдунов. А колдуны там дамажат или херею темную магию. Есть какой-то вот сейчас квест идет, мне получается, вот если мы убиваем... Короче, хочет чувак зайти, возможно, даже колдуну, я так и не понял. Просто ему надо пройти, чтобы мы прошли мимо мобов, а для того, чтобы мы прошли мимо мобов, он нам сделает плащик, который позволит нам стать невидимым. Ну, наконец-то я стану невидимым. И тогда мы, типа, можем куда-то пройти и что-то там сделать. Может, это на тебя квест, я не знаю. Нет. На рогу. Lost Master, у тебя такой тоже... Слышишь, а ну, напомни, что ты там делал с тем квестом своим. Своим? Просто было достаточно просто, но я не привык к такой сложности на таком уровне. Просто надо было со спины к нему подкрасться и обокрасть, и все. А на него ни сап не действовал, ничего, да? Ну, сап выбивает меня со стелса, я не могу воровать. Слышишь, а вот мне интересно, выбивает со стелса, но при этом ты уходишь в бой или нет? Давай попробуем. Я сам не интересно. Нет. То есть ты не в бою, да? Угу. Я обратно в стелс можешь уйти, потому что у меня сап еще... У меня откат. Вот сейчас закончился откат. Ну еще 13 секунд, видишь, сап есть. Угу. А ну пересапай меня. Блин, я стелс просрал. Случайно. Просто интересно, штраф вешается надолго или нет? Сейчас попробуем. 10 секунд уже. Видимо, здесь все-таки есть штраф. Ты знаешь, может он и был, просто тогда, когда ты играл на пиратках и ловил минутные сапы, это все не работало ни хрена, или работало как-то через шоу. Вообще не прошел. Ага. А не, прошел. Есть 3 секунды где-то. Бэкстап, охренеть, блин. Просто бэкстап. Ты делаешь? Бэкстапы. А. Нафиг тебе тут медведь? Ты так захилишься, всех убьешь. Да нет, ну видишь, ты меня все равно загоняешь. Ну да, опасно. Не, видно, видно сразу, что я не этот. Не сова. Не, ну все круто, но если ты закомбинируешь это все дело, мне не выжить против медведя и умного огня. Да. Убивать медведя лунным огнем, не давать уходить стелс и гоняться за тобой, если ты убегаешь от него.
Не, ну я там тебе сапаю и бэкстапаю, ну это так, там тоже медведю посрать, еще и хилить. По-моему, я бы тебя больше убиваю, знаешь. Блин, еще квест. Так, о, статы. Правда, на дух. Ну ладно, значит. Найди и убей Денмазер. Ну ладно. Не знаю, что нам так не понравилось. Чью то маму, типа, да? Та еще сучка. Маму Дэна. Мы так и не сделали квест на 5 штук чего-то там. 5 штук чего-то там? Какой там 5 штук чего-то там? Сейчас. Fine Moon Stalker Pets. Help. Ты мне говоришь, что собирать? Ага. Или название квеста? A Lost Mother. А, это наверху. А, нет, это не наверху. Это я так и не понял, где. Ну это то, что я тебе говорил на плащик. Для невидимости. И он, наверное, позже. Может, пошли за скиллами? Да, по-моему, сбегаем за скиллами. Потому что это какая-то дрочь. У меня там есть скилл какой-то классный. Которым ты будешь уничтожать просто всех в дерьмище? Фармить просто по 5 штук этих мобов там. Кстати, у меня потом в дальнейшем появится, конечно, размах по нему обычный, да? Но он бьет, получается, не сразу всех вокруг. Только 3 цели. Ну, в принципе, 3 цели тоже как бы неплохо. Я не собираюсь здесь мочить больше 3 целей. Это смертельно, что ли. А 3 цели убей. А 3 цели, в принципе, я считаю, это вполне нормально, как бы это. Как паладин. Паладин тоже вроде как бил по 3 цели. Мне это больше голда. Что? Мне больше голда. Где? Ну, есть больше голда. Голд 15. А, не, у меня 62. Не, ты там что-то, смотрю, еще ни хрена не собираешь из этих шкур. Но я с тобой поделюсь, если что, потому что я штырю с мобу общих. Там, насколько я помню, можно просто как-то пати делать, чтобы делилось. Почти уверен, что нет. Если бы я был рога, я бы тоже сказал, почти уверен, что нет. Не, я знаешь, я могу, в принципе, с тобой согласиться, на тебе лидера делаем. Чёрт. Подай. А может оно и делится? Не обращал внимания? Да фихи. А нет, не делится, мне оно не дается. Тут все по-английски, откуда я знаю. Блин. Ты не гуглил, когда у тебя там квест на яды? Не гуглил. Но я предполагаю, я увижу. Просто яды там охереть сколько сносят. Яды, налаживаешь яды, они бьют столько же, сколько оружия, только лучше. Я предполагаю, что на 20-м все-таки. Но это не точно. Да выучить владение. Подожди, банка, о, и скрафтить тебе первую помощь, 19 штук. What brings you here? Блин, интересно. Там на БГ вот этих 19-х... Вообще жесткие твинки, или это реально как-то самому собрать? Я имею в виду не инстансово, ну или возможно частично хотя бы квесты инсто и все.
Хил, если инженеры, то там, наверное, сложнее. Я ж не знаю, когда они у него появляются, эти очки инженерские. Может, они на начале появляются, хотя я не помню, честно. Короче, у меня появилось два скилла. Один это вот эта вот зеленая хилка, дружеская, которая хилит и потом регенит еще. Неплохо. Только я не знаю, что она тут. Теперь мне тебя вообще не убить, гоняйся за тобой, не гоняйся. Там мне надо какая-то бедная. Вот, а вторая это, конечно, Мишкин скилл. Это я включаю, и у меня регенится ярость. Но при этом у меня теряется. Не, ну регенерация ярости это классная штука, чё. Но при этом у меня теряется, конечно, защита на 20%. Ну, здесь наклепать кому-то, типа мне. Ну, под этой херню ты мне там нормально раздашь. Хотя в любом случае в медведе у меня 180% брони, ну, а тут, в принципе, 27% убирается. То есть, в любом случае, это лучше, чем, ну, как бы, вообще без него. Ну, я думаю, медведерский чардж тебе пригодится. Чарджа у меня нет еще. Ну, вообще, в теории, то есть. А, ну, если далеко смотреть вперед, то да. Далеко. Очень далеко. Нереально далеко. Не, ничего, не нереально, просто он будет где-то на 23-м уровне. Ого! Хотя, скорее всего, не его я буду брать. Скорее всего, я тогда уйду в фул кошака, мне кажется. Ну, в этом тоже есть логика. Я лучше вместо этого выберу лишние 2% крита. Что, мне новый бэкстап? Прерывалка этих кастов появилась. Новый бэкстап это какой? Это амбуш что? Не, это в смысле просто новый левел бэкстап и все. А когда амбуш был? Не смотрел, сейчас посмотрю. Амбуш просто такая классная штука, что она обычно даже вот даже на БЦ она оленей ваншот. Где-то 24-й левел, помню. Ну сейчас гляну, это по идее в Assassination. Я просто понял. На 18-м, это хорошо. Вот, я просто понял, ну, кстати, да, оно же не только оленей ваншотает, оно и орка ваншотает почти. По крайней мере, очень хочется, чтобы ваншотало. И, короче, получается, я когда был рогой, где-то тоже 26-й, может, или 30-й, фармил оленей. Специально фармил, знаешь, каких, которые... которые, типа, не агровские. Вот, на них было очень удобно фармить. С неагровских еще очень удобно воровать. А неагровских умов не бывает. В первой локации были. Первые были. Там эти гремлины были. Неагровские. А дальше не все будут агровские, когда там никогда какие-нибудь животные там неагровские. Буду выучить владение. Прокачка, конечно, херовая вообще. Не повезло, правда. У меня... Не, вот прямо вот сейчас, вот... Не, ну, профессии. Прямо сейчас нужно, короче, по 4, чтобы колчедан любить, правда? По 4. А не, даже по 3 можно. Можешь их бегать и хантам раздавать. Да. А это колчеданы на винтовке. Надо идти к гномам. Да не, гномам не, лучше продавай мы. Буду в магазин там. Хотя, конечно, можно было глянуть на аукционе.
Хотя пшикал никому не. Там копейки наверняка, вообще копейки. Блин, это не РБГ. Нет, ну, допустим, просто я так прикидываю, был бы я маленьким хантиком, да? Где-то ж я должен брать эти колчеданы. Ну, они есть стартовые, какая разница, а что они дают? Они же дают просто количество стрел и все. Ну, 10% скорости атаки. А. Блин, невыгодно эти колчеданы, да? Дорого, зараза. Ничего, я все выучу все равно. У меня уже нема одного голда, у меня уже 76 серебра. А мне тоже на эти нитки теряется на блок. Еще в банк сложить говно. Блин, а что написано на бэкстапе? Он наносит. Интересно, имеет значение, что у тебя в правой руке, а что в левой руке? По сути, если в правой должен быть, по идее, оружие с большим ДПСом или не имеет ни никакой роли? Без понятия, как здесь. Но раньше было, что урон в процентах был выше, если в руке был дар. Ну, у меня такой пассивки нету. Это не пассивка, это на скиле так было написано. Ты уже где-то где? Где? Еще там? Я еще тут. Немножечко синих купил. Да у меня есть их миллиарды, их там еле потратил только. У меня еще 179 штук. Они ни хрена не наносят. То сагрить кому-то и все. Ну агрить, да. Угу. Да я лук выучу. Мне нужен будет колчедан. Потом. Хотя лук это тоже дрочь, он заменяет сумку. Угу, надо лучше вообще без колчедана. Да, наверное, лучше без колчедана. Просто лук. Я его неправильно как-то называю, читаю точно. Просто что лук дает статы, понимаешь? А эти кинжальчики ничего не дают, тупые. Ну и просто не буду ничего магрить и все, как вариант, да? Или буду носить с собой кинжальчики еще в рюкзаке. Бог, тут и так забито. А они не слаживаются разве пачковые? Или слишком быстро так расходуются? Не, их можно положить в обычный рюкзак. Если ты об этом. Не, ну они ж место там, где лук, да, складывается. Да, 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 а слышишь, это не это письмо, короче, с, типа 100 гол 15 баксов, да. Ага. Вот повезло, то только мне прям письмо прислали. Это ж перерасход бабла, каждое письмо стоит бабло. Да, ну, видимо, плохо изучал маркетинг. Давай, Кен, быстрее. Чего, а ты уже куда-то побежал, лишь? Я жду, блин, уже на этом месте. Да? Ладно, я ФК. Окей.